Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. На международную выставку медицины, фармакологии и индустрии красоты MedHealth Expo приглашают в ДВФУ. Всех приверженцев здорового образа жизни ждут консультации ведущих специалистов приморских и зарубежных клиник, курсы оказания первой помощи, мастер-классы, семинары, бьюти-тренды индустрии красоты и многое другое. Начало в 10:00, вход свободный. Новинки интерьерного рынка Владивостока представят на выставке в Седанки Сити. Мероприятие соберет ведущих производителей и поставщиков продукции и услуг всех тематических направлений индустрии. Гости смогут посетить семинары, увидят готовые цветофактурные решения, весь спектр декоративных материалов и интерьерной продукции. Начало в 11:00, вход свободный. Проект известного художника, дизайнера Виктора Хмелика «The Golden Way» представит галерея «Арка». Каждая работа, выброшенный на берег шторма после кораблекрушения артефакт, содержит сюжет, раскупорить который необходимо самостоятельно. Автор задает только направление мысли, как всегда, очень лаконичное. Вход свободный. 9-й Всероссийский фестиваль «Наука плюс» пройдет в ФГУЭСе. Главной темой фестиваля станет роль и значение таблицы Менделеева. Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы, научно-популярные лекции, квесты. Начало в 10:00, вход свободный. Драматический театр ТОВ торжественно открывает новый 86-й театральный сезон. В программе вечера интервью с руководством театра, знакомство с новыми артистами, шампанское для гостей и показ нашумевшей премьеры прошлого сезона драмы «Любовь людей». Начало в 17:30, стоимость билетов 650 рублей. Новую эстрадно-симфоническую программу «Хиты 20 века» поставят на сцене концертного зала ФСК «Холл». В роли исполнителей выступят эстрадный оркестр МГУ имени адмирала Невельского и струнная группа. Прозвучат лучшие песни 20 века, которые до сих пор популярны как у артистов, так и у любителей музыки. Начало в 17:00, стоимость билетов от 700 до 1000 рублей. Владивостокский клуб любителей кошек «Восток» приглашает заводчиков, владельцев и обычных горожан принять участие в международной выставке кошек. Во Дворце культуры железнодорожников ожидаются сотни представителей различных пород из городов Дальнего Востока. В рамках мероприятия пройдет и мини-выставка «Шиншилл». Начало в 10:00, стоимость билетов от 200 до 300 рублей. В театре Андрея Нартова пройдет премьера спектакля «Три плюс кот». История о том, как бывшая жена приходит к бывшему мужу погрустить у могилки брака, а там цветущая клумба новой любви, праздник взаимности и надежд. Пьеса вошла в шорт-лист конкурса «Время драмы 2019». Начало в 17:00, стоимость билетов от 500 до 600 рублей. Впервые на площади борцов за власть советов состоится полноценное соревнование по дрифтингу. Лучшие дрифтеры Владивостока и других городов покажут все, на что способны они сами и их прокачанные автомобили. Также в программу мероприятия войдут конкурсы и розыгрыши от партнеров, множество развлечений на автотематику и, конечно, угощения для гостей. Начало в 12:00, вход свободный. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города.